НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. Military build-up of Russia, all the way from the Barents Sea, the Baltic Sea, Kaliningrad, down to the Black Sea, and also the Eastern Mediterranean. В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны. And which has been willing to use military force against an independent country, Ukraine. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. We don't want a new Cold War. Но пока мы вновь, как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной ответной реакции. We don't want confrontation with Russia.